Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео покупки Ашан. Давайте начнем. Первое. Это вот такая красивая звезда. 99 рублей. Она такая, знаете, оранжево-золотая. Вот, подарим на Новый год кое-кому. Но она лучше сделана, чем в фикс-прайсе. Со скидкой остается Кефри. 89 рублей. Очень много ополаскивателей для рта. Нивея со скидкой. Чистая линия. Хлеб тостовый. 21 рубль. Все для тебя. Вот такой журнал. Дарья. Ну, на 35. Женские истории до 30 рублей. Антенна 35. Дримс 89. Пурина 79. Кофе Паулик 189. Абсолют 23. Хорошие салфетки. Фундук. Килограмм 800, 102 грамм на 85 рублей. Смотрите, какой он крупный, хороший. Так, курагу взяла обычную. Килограмм 156, 234 грамма, 36 рублей. Ну, лучше, конечно, чем как в светофоре. Так, колбаса 20 с чем-то рублей. Взяла такой гель, увлажняющий, успокаивающий гель для умывания. 99 рублей, такая маленькая миниатюрка. Быстро используешь и не жалко. Здесь 30 миллилитров. Потом в пустых баночках расскажу. Так, со скидкой Vivienne Sabo для бровей, как называется-то, тушь для бровей, 150, а так стоило 250, 0,2 оттенок и еще матовые помады по 150. Так, пека, ну до 30 рублей батон, маска 35 рублей зеленым чаем, 99 рублей, тоже со скидкой. Там разные серии. Так, племянница. Ей 7 лет. Просто так дома, чтобы побаловалась. 59 рублей. Еще были такие синие, серебристые. Там разные, можно смотреть. Так, маме краска фара. 95 рублей. Цвет светло-русый. Взяла вот это мыло Palmolive. Интенсивное увлажнение 49 рублей. Я знаю, что в пятерке не акция, но мне 10 рублей не имеет значения. Катя, если ты меня смотришь, привет тебе большой. Вот, буду тестировать, чтобы сухость кожи убрать. Посмотрим потом. Так, доширак 40 с чем-то рублей. Муж себе взял. Я себе обычно взяла за 22 рубля. Так, другой постарше племянница. Она любит сладкое. Милка вот такой. Дед Мороз. Он стоит 89 рублей. Вискас по 14 с копейками. Два пакетика взяла. Китикет по 14 с копейками. Ну, еще остался Феликс. Так, я теперь жвачки не жую, а ополаскиватель для рта особо не пользуюсь. Вот, конфетки всякие такие вот. Ронда, все такое. Так, что мы накупили из овощей? Так, Пепси 89. Вот такие варенские деревенские яйца. Неужели они белые? Да, муж взял белые. Да, белые. 70 рублей. Так, картошка у нас белая по 25, ну по 26 рублей. Килограмм 949 рублей. Еле-еле пробили нам этот огурец. Там что-то штрих-кодом непонятно. Вот эта циферка, видите, плохо видно. Так, 40 рублей. А так огурцы уже по 200, по 180. Так, бананы у нас на 61 рубль. 49 рублей килограмм. Килограмм 244. Яблоки по 99 рублей. Я не поняла, какие яблоки. А вот яблоко Red. Угу. Так, взяли красный болгарский перец. Хорошая цена. 200 рублей, 388 грамм. Три штучки небольшие. 78 рублей. Округлим. Так, морковка для супа буду варить рыбный. 16 рублей килограмм. 364 грамм на 6 рублей. Так, томаты мы берем, если вы хотите помидорки, берите только сливовидные, вот, или черри помидоры, или томаты сливовидные розовые, они более-менее. Килограмм 200, 730 грамм, 145 рублей. Я помню, было по 129. Вот такой майонез провансаль 59, а так 70 с чем-то стоил. Так, взяли шампиньоны на развес лучше, крупные. Килограмм 189, 468 грамм, 88 рублей, 68 копеек. Лук 35 рублей. Так, на развес кинза 31 рубль.
68 грамм. Так, взяла дорогущая манго, килограмм 279, 378 рублей на 105 рублей. Ну, вроде такой мягенький. Не написано, чей там, чье, ну, Марокко или египетское. Так, вот такой сазан обыкновенный можно. Так, креветки он взял, вот такие, ну, видите, они такие крупные. Так, килограмм 400, 970 грамм на 387 рублей. Ряженка по 72 рубля. Вот такой лоток, свежесть, на 200 рублей. Шейка. Запекать в духовке. Чебачичи не 167, а сейчас со скидкой 85 рублей. Вот такой карбонат. Белгородская где-то 250. Очень понравился вот этот творог. Он стоит 189, сейчас он стоит 129 срок годности. Где же у нас срок годности? Опять я забыла. Вот он. До 14 числа. Очень вкусно, попробуйте. Прям мне очень понравился, прям зашел этот творог. Я даже добавку ела. Так, Индилайт где-то на 300 с чем-то рублей, тут килограмм. А сейчас со скидкой львиное сердце, сыр и российский. Вот, 529 рублей килограмм, 328 грамм, 173 рубля. Так, сметана 59, Брест-Литовская. Очень почему-то консервы рыбные подорожали в Ашане. Просто давно не брали, очень подорожали. Вот такая Сара сейчас со скидкой 90 рублей стоит. Так что на какие-то подарочные наборы со скидкой, косметические наборы есть скидка, там 50-100 рублей, чайные наборы, на печенье и так далее. Какие-то конфеты надо ходить, все смотреть, проверять. Давайте пробежимся по чеку. восемь рублей. Вот такая была покупка. И нам сказали, если вы оставите чек, на следующей неделе будет 7% скидка, если больше 5000 купите. Вот. Там уже подарочные пакеты висят, на какие-то украшения уже скидки новогодние. Очень много скидок на технику, присмотритесь. Там кому-то, может, чайник нужен, может, кофеварка, может быть, телевизор, может, щипцы для завивки неплохие, там Scarlett есть недорогие. Так что смотрите далее другие покупки из магазина. Приятного вам просмотра. Пожалуйста, поддержите меня подпиской, лайком. И до следующего видео. Ребят, смотрите. Это кисточка для бровей. Я первый раз в таком... Вен с собой первый раз такой вижу. Чтобы такая кисточка была маленькая-маленькая. Ну ладно. Покупки Пятерочка. Так, батон нарезной Селяночка 35 рублей. Киткат 60 рублей. Акция, ну, до понедельника, но видео уже позже выйдет. Активе 2 плюс 1 обойдется по 29 рублей. И Даниссимо по 29 рублей, в Ашане по 35. Так что 2 Даниссимо я взяла, 1 плюс 1. И взяла попробовать 3 хурмы Королек. Она вышла на 25 рублей, килограмм 89. Но мне кажется, она недозревшая. Посмотрим по факту. Зашла купить хлеба, там всегда свежий маленький магазинчик. Вот такой батон нарезной, не знаю, только первый раз марку беру. Москва делает, Слойка берлинская делает, Сдобное изобилие. Вот, и пирог Невский. Ну, все вместе у меня вышло где-то 109 рублей. Покупки Перекрестки. Так, уже батон нарезной Коломенское в Перекрестке 41 рубль с чем-то, с копейками. Вот такая семка со скидкой. Несколько кусочков взял. Так, мандарины у нас, ну, мне кажется, турецкие, вот, килограмм 90 рублей, 188 грамм на 2 килограмма, на 188 рублей. Так, шереметьевские торты должны были быть по 119, но пробились почему-то по 170-180 без скидки. И огурцы 119 рублей. Вот такие покупочки из Перекрестка.